дорогие мои, есть необходимость тотальной работы каждому из нас со своим внутренним ребенком. Что это? Это часть нас, это равноценная часть нашей души, аспект, точнее, если быть правильным, нашей души. Таких аспектов несколько. Скажу более, я буду говорить потом позже о каждом и дам работу с каждым из этих аспектов. Поэтому сейчас остановимся на внутреннем ребенке и подростковом я. Это практически очень родные и близкие аспекты, но они все же немножко отличаются. Я вам сейчас расскажу визуализацию медитации, которую я проведу потом звуком для исцеления своего внутреннего ребенка. Что несет в себе этот внутренний ребенок? И радость, и боль, и беду, и счастье. В нем остаются те следы детства, которые вы прожили во многих и многих воплощениях. Часто этот ребенок изранен в предыдущих жизнях. Поэтому, естественно, в этой работе будут участвовать владыки кармы и владыки судьбы. Я уже обращал ваше внимание, чем отличаются владыки кармы от владык судьбы. Владыки кармы занимаются вашими личными хрониками Акаши и переписывают вашу историю во время, после ее исцеления, развязывания некоторых кармических узлов. И помогают вам проводить эту чудесную работу. Это семья ангелов, которые проводят этот удивительный и, поверьте, не очень приятный труд. Чем же отличаются от них владыки судьбы? Владыки судьбы заняты именно этим воплощением, которое сейчас в реализации. И по сигналу из хроника Каши они перепрописывают вашу сегодняшнюю судьбу. Поэтому, исцеляя своего внутреннего ребенка, вы исправляете в какой-то мере вашу сегодняшнюю жизнь, обстоятельства вашей жизни. Итак, визуализация, которую я вам предлагаю. Вы закрываете глаза, почувствуете любовь Мать-Земли, почувствуете любовь сил горних, Творца Всего Сущего. Подышите этой любовью, пропуская ее вглубь себя. Дышите сердцем. Расслабьтесь и доверьтесь вашему Высшему Я, вашим ангелам-хранителям. Именно они будут сопровождать вас в этой работе. И отправляйтесь в храм Матери Мира, которая с радостью примет вас в свои объятия и приведет вас к вашему внутреннему ребенку. Внимательно посмотрите ему в глаза. Посмотрите всем сердцем. Посмотрите, в каком он состоянии. Возьмите его на руки. Слейтесь со своим внутренним ребенком. И исцелите его любовью, которая будет истекать через вас от Матери Земли и Творца Всего Сущего. К вам может прийти не только маленький мальчик или маленькая девочка. И не важно, кто вы в этом воплощении сегодня, мальчик или девчонка. Это вообще не важно. Придет маленький ребенок. Но вместе с ним может прийти и подростковое я. Занимайтесь и ним. Если это произошло, замечательно. Вы готовы сделать больший шаг к своему исцелению. Ну а сейчас эти звуки помогут вам провести эту медитацию и визуализацию. И вы можете работать столько угодно с этой медитацией до тех пор, пока вы не почувствуете, что работа завершена или какой-то ее этап. Yeah.
После того, так как мелодия закончится, если вы еще остаетесь в медитации, оставайтесь столько, сколько вам необходимо. Сейчас мой внутренний ребенок пришел радостным, накрахмаленным мальчишкой в форме морячка. У меня есть такие детские фотографии, где я счастлив. Я полностью исцелил своего внутреннего ребенка. Мое подростковое «я» слегка грустит, и мне есть еще над чем работать, мои дорогие. Любви вам и радости!